У известного актера Сергея Газарова на счету участие в более чем 140 кинолентах. Он успешен как режиссер, сценарист и даже ресторатор. Но судьба была несправедлива к великому актеру. Сергей Газаров и Ирина Метлицкая познакомились в театре «Современник». Сергей уже был признанным актером, когда в труппу пришла студентка 4-го курса Щукинского училища. И словно магнитом их потянуло друг к другу, несмотря на большую разницу в возрасте. А вскоре пара уже не скрывала свою любовь от коллег и сыграла красивую свадьбу. В их браке родились двое сыновей. Погода, карьера обоих шла в гору, и казалось, что счастье будет вечным. Но судьба им отмерила только 14 лет безоблачного счастья и любви. Когда Ирине было всего 35 лет, тяжелая болезнь оборвала ее жизнь. Диагноз лейкемия стал приговором. Несмотря на все попытки лечения у лучших врачей Европы, актриса угасала с каждым днем. В 1997 году Сергей Газаров остался один с двумя мальчиками на руках. Чтобы как-то забыться, мужчина полностью ушел в работу. Он хватался за любые роли, писал сценарии и даже открыл с братом собственный ресторан, в котором пропадал с утра до ночи. В том самом ресторане актер встретил женщину, которая стала для него крючком, вытащившим из пучины. Молодая журналистка Елена пришла взять интервью для рекламы в газете. Так они и познакомились. Потихоньку Елена нашла путь к сердцу актера, подружилась с его сыновьями, которым вскоре смогла заменить мать. Спустя 10 лет после ухода из жизни первой жены Сергей Газаров вновь стал отцом. Ему на тот момент было 48 лет. Третьим ребенком Сергея стал чудесный мальчик Степан. Сегодня его первые сыновья уже взрослые мужчины. Старшему Никите исполнилось 32 года. Он закончил высшую школу экономики и сегодня работает по специальности. Средний сын Петр стал известным саксофонистом. Младший сын Степа еще учится в школе и мечтает стать актером, как его отец. Актер всегда называет младшего сына подарком судьбы, а свою вторую жену Елену – спасательным кругом.